Приветствую всех, дорогие друзья, на моем канале. Мы продолжаем проходить глобальную конверсию к Скайриму под названием Эндерал. Мы отправляемся в Арк. Где у нас находится Арк? Арк у нас находится на другом конце, сука, этого острова. Видимо, я отправляюсь туда ночью. Приключение обещает быть интересным. Написано, что арк туда. Ну ладно. One day I'm gonna be an adventurer, and I'm gonna explore the entire world. Если арк туда, то пойдем туда. Почему нет? Мы обзавелись в прошлой серии спутника. Пока еще не знаю, как он себя поведет в бою, но он сказал, что на этом пути нас будут, ну, велик шанс встретить засады, нарваться на них. Скорее всего, будут это обычные бандиты, но тем не менее, стыкаться с ними бы не хотелось. Там есть еще какие-то летающие маунты, которые исполняют роль быстрого перемещения. Кстати, я проверил мод на быстрое перемещение, почему-то у меня не работает. Это не есть хорошо. Ну да ладно, ничего не поделаешь. Ух ты. Всего лишь крысы. Джаспер будет ждать вас, то есть я свернул с пути, да? Да ёб твою мать. Атаксия. А у меня нету ни лечения от атаксии. Уязвимость к магии. Это чердейская лихорадка. Взлом и карманные кражи сложнее. Ну пиздец теперь. А зелья лечения болезни у меня нету. Да откуда оно у меня возьмется? Ну пиздец. Хотя ладно, я не собирался заниматься карманными кражами. Слышу волков. Слышу, но не вижу. И это что за место? Да Джаспер, я просто посмотреть, что ты, блядь, начинаешь. Потом мы сюда вернемся. Тут Джаспер что-то психует, когда мы отклоняемся от пути. Ну, тут выход, походу. Из того поместья. Ну, пока только засады из волков. И крыс. Такие засады нам не страшны. Разбойники. С
двумя ножами просто выпотрошил их. Да уж. Опасный ты. Давай до утра поспим, а? Ты что-то ночью перемещаться, это вообще Алис. Тем более восстановиться можно. Грибы. Что тут еще есть? Ну ты вообще, ты классный напарник, ты мне нравишься. Ты не бесполезный кусок кала, как остальные. Что у нас здесь? Защита от огня, маны. Эх. И более ничего. Досадно. Какой-то свиток, смотрите-ка. Видимо, просто бутафория. Ладно, потопали. Блин, а декорации-то меняются. Лес-то немножко преобразился. И солнечные лучи. Красота. Что-то по ощущениям нас ждет еще одна засада. А тут уже снежок. Башня разведчиков. Что такое? Ты прав. Изоляция? Yeah, that's what we call the decree that was made 30 years ago here in Enderal. Simply put, the order decided to reduce their trade with other countries of the civilized world to a minimum. Not a very economical choice to make, but that was roughly the time when the Lightborn Eridan left Nerim. The order was probably afraid something similar could happen in Enderal. You know, open harbors quicken the exchange of information, which in turn quickens rebellious thinking, and so on. Ну я понял. Since the decree, trading in Enderal has been subject to very strict regulations. And only the wealthy can still afford things like Termitralian wine or Kalayan spices. Anyway, since then, a lot of once flourishing trading posts have closed down. Such as the Three Rivers Watch down at the Sun Coast. Or this one. Довольно интересно. If you want to take a look for yourself, feel free. If not, let's push on. We still have a good march ahead of us. Блин, интересно, откуда взялся лор? Чё-то похоже просто на книжную вселенную, неизвестную мне. Но прописан он классно, прям. Нравится. Яблочко. Давай заглянем в этот пост. Хижина шахтера. Ебать, пауки. Один есть. Два есть. Это маленькие какие-то пауки. Хижина шахтера. Монетки. Пустой камень душ, увы. Обычная одежда. К сожалению, пока ничего интересного. Ну, вот это только коллектаблс заберу. Магический кристалл. И все. Да, досадно. Я думал больше. Good. Let's go. We shouldn't waste any more time.
Да, Джаспер, но куда? Да, пейзажи меняются просто великолепно. Вот. Нет, тут бы я спать не стал. Тут можно замерзнуть нахрен. Очень-очень быстро. Давайте сделаем сейв. Но то, как меняются локации, то, как меняются пейзажи, это просто что-то с чем-то. Хорошая работа была проведена в этом плане. Да все, все. Успокойся. Не нервничай. Бля, волчара, ну что ты, блядь, мешаешь? Когда-то я был искателем приключений, сука. Потом мне прострелили колено, да. Это похоже на дневник. Никто из них был искателем приключений, этот, наверное. Старый капюшон мародяги. Очешуеть. Похож на бандита. Эй, ты там! Да, ты! Come over here, now! I need your help. It's urgent. Я думаю, тебе стоит протрезветь. Sober up? What, are you saying I'm drunk? You're right, actually. But a man's got to do something. Да-да-да. Потом расскажешь, чем закончилось. У меня квест. Я занят. Может быть, потом я к тебе вернусь, но не сейчас. Блин, вот как-то довольно-таки все это странно. Там внизу уже зеленые деревья, а тут зима. Как будто магический лес какой-то. Грызли? Или что это такое? Саблезуб. Не надо нервничать, все хорошо. Какой-то он маленький. Молодой горный охотник. Старое одеяние. Ледяное дыхание. Well, this'll be fun. Призрак? Вот это прикол. Вот это мне понравилось. Потрогал скелета и вылез призрак. Вот это класс. Сейф. Похоже, что там бандиты тусуются, но мы сейчас пойдем это и проверим. Не, опять пейзажи поменялись мгновенно. Кстати, что у меня там по лихорадке? 53%, ну вроде все хорошо. Главное, чтобы это были не маги. Много их тут. Where'd you learn that from?
Бля, запас сил. А ты силен. Прям убийца. Нравится. Хороший напарник. Хочу его оставить. Давай, нарезай этой сучки. Да ты зверь. Просто изнасиловал их. Давай посмотрим, что они тут. Они, скорее всего, охраняли как раз-таки переправу. Но тут определенно стоит осмотреться. Захват душ. Алхимическая лаборатория. Ух ты! Не удалось. Не удалось. Но, по крайней мере... А, нет, мы не получаем. Ну, давай, допустим. Так вот. Яд уязвимости к электричеству. Ну, немножко похимичили и хватит. Алхимия тут, по-моему, как-то по-другому работает. Хотя я практически никогда ей не занимался. Там какая-то книжка. Блять. Пояс Килли, Кира, Нерим. Вот эту книжку я заберу, пожалуй. Может пригодиться. Просто она уж больно похожа на какой-то путеводитель. Еще давайте осмотримся в этой башне. Магический свет. Вот это хорошо. Вот это не зря зашел. Ну и вроде все. Но эти бандосы нормально такое место себе оккупировали. Eager to explore, aren't you? Take your time, I'll wait. I can use a break anyway. То есть не сюда? Ха, ну ладно. Тогда пойдем, пойдем дальше. Я просто думал, что они как раз охраняли переправу нужную нам, но, видимо, нет. В таком случае двинем дальше. Эффект заклинания спал. Тут можно передохнуть. Стальная кираса. Паника. Давайте заюзаем. Ледяное дыхание. Чё, кто-то напал, что ли? Что такое? А, смотрите, там и правда есть какой-то враг. О,
Ну вот стрелу я заберу. Мы сейчас пойдем посмотрим, что за тварь тут обитает. Волки. Пойдем. Я думал, там что-то посерьезней будет. Пчелы. Средиземье, речное, арк. Хотелось бы уже добраться. Я так понял, это не просто большой город, это местная столица. А в местную столицу надо попасть однозначно. Как минимум, потому что там 100% есть кузнец. Ты идешь? Ты идешь. Но топать нам действительно далеко, хотя это уже финишная прямая. Вряд ли разбойники будут тусоваться перед главными вратами арка-то. Хочу уже просто довести Джаспера и... может быть, ринусь куда-то исследовать. Охотники там что-то размышляют. А вот и стража. Yes. Есть какие-нибудь новости? News. Where have you been these past moons? The whole city's talking about nothing else but the Mad Magister. 30 dead novices. Oh, boy. How could something like this happen within the order?